сняла маленький сюжетик. Посмотрите его. Юбка. И здесь вы видите геранька. Тут еще растение, но оно считается у нас, конечно, не очень хорошим. Быстро заполняет все места. В общем, сорняк. И если внимательно присмотреться к грунту, кстати, этот горшок мне тоже подарили. Спросили, какой хочешь выбрать. Ну, я, как всегда, хочу лечить, поэтому выбрала вот это растение. И если приглядеться к грунту, грунт, ну, совсем никакой. Смотрите, как глина, липкий. Вон даже окатышки можно свернуть. Это говорит о том, что не структурная почва, но растения растут. Вот так выглядит юка. Поэтому не расстраивайтесь, если у вас не растет то или другое растение. Значит, вы друг другу не подходите. Выбирайте те растения, которые будут у вас жить. У меня есть фильм по знакам зодиака. Можете заглянуть в него. Возможно, там вы найдете нужную вам информацию. С вами была видеоблогер Екатерина Снытко. И вот такой маленький сюжетик по комнатным растениям. «Любит, не любит» называется. Всего вам доброго!